И уже в следующем году мы с вами столкнемся с подорожанием проезда в общественном транспорте. Пока речь идет лишь о городских маршрутках. Тариф, вероятнее всего, вырастет на 2 гривны и составит 7 гривен за одну поездку. Об этом в студии «Репортер» сообщил директор предприятия «Экономинформ» Георгий Хаскин. Эта организация формирует и обосновывает тарифы на проезд в общественном транспорте Одессы. Уже более года существующий тариф 5 гривен сильно занижен. В последнее время большинство одесских перевозчиков испытывают кадровый голод и проблемы с обслуживанием автобусов. 7 гривен станет тарифом выживания, говорит специалист. Я боюсь, что речь уже пойдет не о 6, как мы говорили. Мы пропустили этот момент. Это было в мае месяце. Сейчас боюсь, что речь пойдет уже о 7 гривнах. Могу совершенно ответственно это заявить, потому что мы постоянно отслеживаем и мониторим эту ситуацию. Ситуация критическая на сегодняшний день в автотранспортных предприятиях. Некомплект водителей. Это прежде всего сказывается на их заработной плате. 30% как минимум. Возможно, многие пассажиры уже ощутили на себе это в порядке увеличения интервалов движения. В 2018 году это произойдет? Это я вам гарантирую. Когда именно будем платить за проезд больше, не поясняется. Очевидно, этому процессу будет сопутствовать ряд процедур, в частности, общественное обсуждение и решение исполкома.